Жди нас завтра. Вы молоды, энергичны, коммуникабельны и амбициозны? Это профессия для вас. Специальность «Туризм» охватывает такие области, как оформление документов для туристических поездок, разработка туристского продукта, организация выставок и экскурсий, изучение иностранных языков и многое другое. «Туризм» – ваш путь к успеху. Завтра, по данным официального сайта Росгидромета, в регионе малооблачно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха 25-28 выше нуля. В Элисте переменная облачность, ночью дождь. Днем столбик термометров достигнет отметки плюс 25, в темное время суток плюс 17. Ветер переменчивый 3-4 метра в секунду, влажность свыше 60%. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Около 400 тысяч тонн зерна. Таков